В новый Toyota Alphard устанавливаем дополнительную индукционную мультимедийную систему на штатный монитор. Вот такое штатное головное устройство со встроенной навигацией. Подключение осуществляется здесь, к штатному головному устройству. Все будет спрятано внутри. Бояться такого внешнего вида не надо, потому что все делается на многоразовых защелках, на оригинальных. Toyota Alphard, штатное головное устройство, в котором изначально есть навигационная оригинальная система. К ней мы подключили дополнительную систему, в которой есть масса современных возможностей. Справа сейчас видите YouTube, слева Яндекс Навигатор. Звук идет к штатному акустическую систему стерео, регулируется по штатному. Помимо Яндекс Навигатора, YouTube и онлайн ТВ есть масса других приложений. Вот сейчас мы разворачиваем на весь экран Яндекс Навигатор, полноценное штатное сенсорное, голосовое управление. И если нужно еще какие-то приложения, заходите в Play Market, скачивайте их, и все они появятся на рабочем столе. Помимо